Новый год у меня ассоциируется с теплыми воспоминаниями и праздничной елкой. С хлопушками и конфетами в золотой обертке. С елкой, с Дедом Морозом, с подарками. С шоколадными конфетами. Я думаю, что взрослые в Новый год начинают верить в чудо. Мы просим вас взглянуть на прошедший год, на все то, что сейчас нас окружает. В этом году мы уже многого достигли и, может быть, сделали то, о чем в детстве могли только мечтать. Мы желаем вам каждый день иметь возможность поставить на паузу все свои дела, хотя бы на несколько минут одарить ребенка своим теплом и сделать его капельку счастливее, чтобы изменить мир. Мы хотим пожелать вам, чтобы предстоящий год состоял из счастливых и бесценных моментов. Удачи и почему? Счастья и здоровья. Я желаю им крепкого здоровья, чтобы их окружали близкие. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы, а год будет насыщен успехами в любых начинаниях. Oh!